Всем привет, с вами Прио. Сегодня среда, обновились крафты, можно вскрыть недельные сундучки. И первое, что я сделаю, это, конечно же, покупка крафтов. На текущий момент у матриарх продается третья хоста, то есть скорость увеличена на 12% от всех источников. Это довольно-таки выгодный крафт для Unholy ДК. Ну и пришло время его докупить и, так сказать, нацепить, наложить на абсолютно все вещицы. Замечательно, 4 штучки есть. Сейчас посмотрим, что упадет с недельного сундука. Может быть, упадут какие-то перчатки. То есть я и так на перчатках буду крафт менять. Но может упадут какие-то крафты, там, перчатки помощнее. Уже, например, с хостой на 12%. И по итогу мне не придется тратить эту консервированную отраву. Я сэкономлю 5000 ханиалоты. Хотя все равно там будет ротация шмота некоторая. Так что возвращать вендору эти отравы я точно не буду. Наверное. Ну окей, не забегаем вперед. Посмотрим, что сейчас выпадет на ДК. Как говорится, хочется гетику, чисто для галочки. Но по итогу, что нам даст игра? Ха, это вопрос хороший. Скорее всего, это будет какое-нибудь колечко. Может, это будет тринкет какой-то бесполезный. Посмотрим, посмотрим. Лут на анхолика. Поехали. Что это по итогу? Колечко. Колечко со вторыми звездами. Выгодно? Как бы нет. Уже нет. Окей. Модификаторы текущей недели. Тиранический, взрывной, некротический. Хорошо. В целом, почему бы и нет. Тираник, некротик. Немножко связка неприятная. То, что если долгий бой будет с боссом, то в итоге в некроте просто танк может умереть. Но все это обыгрывается. И отсюда еще одно колечко. Окей, хорошо. Я просто утилизирую их и получу различные ювелирные камушки. И что мы орем? Хм, интересно. Окей. Монах. На монаха в целом любая вещица меня устраивает, кроме двуручки. Потому что там двуручка 475-го итем-левела. Хотя есть и другие вещицы, тоже примерно такого же итем-левела, но все же. А можно еще громче, пожалуйста? Ну иди сюда. Вот она. Ты колбаса пушистая. Окей. Я надеюсь, лут на монахе меня порадует. Иначе и быть не может. Как говорится, твинкам падает все лучшее, мейну падает все самое худшее. Это классика. Ты выбраться не можешь, что ли? Что это по итогу? Это ножки, которые усиливают самоисцеление 8%. Я очищу их и надену. В целом довольно-таки неплохо. Ключик усадьба. Окей, идем дальше. Дальше воин. На воина хочется полутать какой-то тринкет. Может быть, запястье. Какую-то такую второстепенную вещицу. В итоге это поясок. С эхом бездны и с сокетом. Можно просто очистить его и надеть. В целом это будет довольно-таки неплохо. Ну да. Действие довольно-таки приятное. Окей. Сундучки вскрыты. Крафты куплены. Все замечательно, все классно. Так что, как говорится, всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте купить те крафты, которые вам нужны. Если вам хочется какие-то другие крафты купить, то я, само собой, в описании кину сайтик, на котором можно глянуть абсолютно все расписание крафтов. И вы уже можете глянуть, в какой момент вы можете закупить нужный себе крафт. До скорого. Не забывайте о совместных рейдах.